да. Помимо классических модификаций автомобилей, мы производим также электромобили i8 и i3. Вот порядка 120 штук. Und das sind ja auch reine Carbon-Fahrzeuge, wo wir auch stark entwickelt haben, einige Technologien entwickelt haben, die Sie auch zum Teil sehen. Да, в подавляющем большинстве эти автомобили, которые мы производим, они из полимерных материалов. Это наши разработки, это наш ноу-хау. Один, который также внесла свой вклад в архитектуру оформления одного из объектов Баку. Можно? Вместе с обычными инженерами и сотрудниками. И вот это визуальный контакт находится на принятии. Wir prüfen die Batterien inzwischen während der Produktion. Wir befinden uns im Zentralgebäude eben der Einbau Kennzeichen. И вот эти руководства предполагают, что на данном участке происходит определенный этап сборки. Общие, которые размещаются наши стартапы, но сколько? 1700 квадратных метров. Но потребность настолько велика, что мы сегодня, даже если будем арендовать 5000 квадратных метров, то не покроем стартапы. Wenn sowas bei uns auch installiert wird, aufgestellt, dann werden wir den ganzen Tag drauf liegen und schlafen. Ja, was wir vor allen Dingen leisten können, ist eben die Kunden auch zu vernetzen mit etablierten Unternehmen, mit Investoren. Das ist свободный доступ в интернет и как с ним с экраном. Более того, мы также привлекаем все русские имена. Ja, wir haben ein textiles Format.
Мы разработали так называемый наш ноу-хау диспензер. Очень легкий, очень гибкий. Который не портит покрытие велосипеда, лакокрасочное покрытие. Замок оснастить, сделать умным. Оснастить его специально. И можем туда вмонтировать электрические провода, чтобы они уже сигнализировали о возможности там, или угрозе взлома, или причине угона, там, да, угона велосипеда. А вот почему этот ленчик? Warum ist Anschluss leichter? Leichter laufen und andere ist kürzer. Das ist nicht der Vorteil, weil es so leicht ist. Ja. Das Wichtigste dabei ist, dass der Fahrradinhaber zufrieden ist und sicher ist, dass er sein Fahrrad so ein Geschäft aufzubauen, hat man bei euch also das Fahrrad jetzt wichtiger wird sein, тоже надо. И зачастую происходит обмен информацией. Wir machen diese Umwege unnötig. Unser Unternehmen in Deutschland ist von Wirtschaftsspionage betroffen. Каждое второе коммерческое предприятие подверглось шпионажу. Und das ergibt einige Spionage. Такого неперсонального или общения между сотрудниками, которые зачастую Sendig, längliche Einzelstelle, Säugekinder auf unserer Erde und besondere Anliegen ist, dass wir